аномалия. Субтитры сделал DimaTorzok.
Это солдатские личные жетоны. Иероглифы мне не знакомы. Может, времен Второй мировой? Thank you.
13 октября 90-го года. За прошедшие годы здесь не раз появлялись другие люди, но я старался их избегать. Если же они становились у меня на пути, я устранял помеху. Но теперь понятно, что одному не справиться. Чтобы чего-то добиться, мне нужен полный контроль над островом. Итак, следующая задача — собрать небольшую группу верных последователей с четким пониманием жизненной необходимости организации. Но что еще важнее, они должны быть готовы без колебаний убивать. Насилие станет частью их жизни, так же, как железная дисциплина, конечная цель и работа. И остров станет моим. Вот тогда я открою тайну этих бурь. Thank you.
значок, который выдавали снайперу второго класса в армии императорской Японии. Ха, иероглифы Канзи. Чье-то имя? Сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. Вперед.
должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Пожалуйста, опишите вашу ситуацию. Обозначьте координаты и ждите ответа. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте! Ну же, давай, давай! Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеялись. Мы тоже... Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Я справлюсь. Это был спуск. Топливные баки. Это нужно как-то поджечь. Thank you.
это мне и нужно.